Трогательная история из Ачинска. Бездомный пес вот уже несколько дней в снег и в дождь сидит на трассе и охраняет тело своей подруги, которую неделю назад насмерть сбила машина. На трагедии четвероногую пару всегда видели вместе. В окрестностях их часто подкармливали водители. После того, как одна из собак погибла, другая буквально не отходит от тела и лишь завидев людей, бросается на утек. Терпеливым ачинцам все-таки удалось накормить животное, а зоозащитники собираются найти верному псу хорошего хозяина, который оценит его преданность и самоотверженность.